Новый год стучится в двери, на пороге Дед Мороз. Сотрудники Голевской горнорудной компании передали новогодние подарки многодетной семье Чепсынак. Глава семейства, доброволец, отважно защищает родину, участвует в специальной военной операции. Сладкие подарки упакованы в яркие коробки, которые превращаются в настольную игру. Как и положено, мешок Деда Мороза открывается только после песни или стихотворения. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе, там и днем, и ночью кот ученица ходит по цепи кругом, идет направо, песни заводит налево, сказку говорит. Желаю всем республике два, чтобы они провели Новый год хорошо, весело, чтобы они хорошо учились в школе детям, и чтобы не унывали. В этом году в рамках акции «Новый год в каждый дом» особое внимание уделяют семьям мобилизованных, а также одаренным детям. Благодаря горнорудной Голевской компании эта акция у нас ежегодная. Сотрудники Голевской горнорудной компании побывали и в гостях у ветерана Великой Отечественной войны. Георгия Абросимова поздравили с наступающим Новым годом и вручили продуктовый набор к новогоднему праздничному столу, а еще теплое верблюжье одеяло. Здоровья, счастья. Вот вам подарки мы принесли. Для сотрудников Голевской горнорудной компании это добрая традиция. Участие в благотворительных акциях. Память в наших сердцах. Помоги собраться в школу. Поделись теплом. Новый год в каждый дом. Не первый год компания оказывает адресную поддержку тем, кто в этом нуждается. С удовольствием принимаем акции «Новый год в каждый дом» и дарим подарки детям, ограниченными возможностями, инвалидам, отличникам, спортсменам, чтобы они, стимул был у них, развивались. Участвуем сами в утренниках. В этом году Голевская горнорудная компания закупила 1800 новогодних подарков, что намного больше, чем в прошлом. До конца текущего года сладкие подарки будут вручены ребятам из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья. Айра Сабы, Мангуша, Замато Чур, телеканал Тува-24.